Смотрите, как выращивают рис. Вот так вот водой заливают поля из канала. А потом сливают. Рис вырастает, да, вот он. И получается изумрудная такая растительность. Не знаю, сейчас дальше там будут открыты или нет. Чуть черную оставляю, чуть-чуть водички, чтобы она совсем не высохла. Такие поля красивые, сыра, прям бархатные. Вон оно там дальше. А не видно будет за деревьями. Такой яркая зелень, изумрудная. Там он дальше. Вон, видите, там дальше.